Всем привет, с вами Либерли. Сегодня я хочу посвятить видео одному человеку, с которым у меня был спор. Его зовут Сеня. И мы спорили насчет того, кто такой Спринтап. Это Уильям или все-таки Майкл? Я доказывала, что это Майкл, и мое прошлое видео как раз про это. И я, как настоящий самоубийца, отправила это видео самой принцессе, где я проверяю ее теорию. И она мне ответила... Я сейчас вам зачитаю ее ответ. Так вот, она мне пишет. Привет, Маша. На самом деле, более 80% всех моих теорий оказались верны. И это о многом говорит. Сам термин «теория» означает, что информация, о которой говорится в видео, не может быть верной на 100%, и это нормально. Только сам Скотт, создатель игры FNAF, знает, кто находится в Спрингтрапе. И сейчас есть две основные теории о том, кто внутри. Это либо Майкл, либо Уильям. На самом деле, я придерживаюсь к обеим теориям, но нельзя утверждать на 100%, кто внутри, так как об этом знает сам Скотт. Если ты заметил, то практически во всех теориях я всегда говорила, что Спрингтрап — это Майкл, но только в одной теории я сказала, что Спрингтрап — это Уильям, и сейчас объясню почему. Это видео было основано на теории одного зарубежного ФНАФера, который объединил все части игры, создав одну большую теорию. И так как многие очень просили меня рассказать всю историю ФНАФ целиком, то я решила взять за основу его теорию. Этот человек изучил массу материала по ФНАФ, прочел все книги Скотта и сопоставил все факты. И по его мнению, получилось, что Спрингтрап — это Уильям. Хотя лично я это не утверждаю. Пока что мое мнение — это 50 на 50, либо Майкл, либо Уильям. Другого не дано. Я вышлю тебе его теорию, можешь с ней познакомиться. Возможно, тебе будет интересно. И дам тебе совет, не стоит опровергать чужие теории, так как ты сама на 100% не можешь утверждать, что Спрингтрап — это Майкл, пока Скотт не расскажет об этом лично. Эту тайну не узнает никто. Возможно, что-нибудь удастся узнать из книги Скотта, которую я пережу, но это не точно. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Ну, я ж не зря делала все-таки видео о том, что Спрингтрап — это Майкл. Я тоже читала книги, я играла во все игры, я тоже сопоставляю все факты, и поэтому даже специально, так сказать, в продолжении этого видео я засниму, как я выстроила свою теорию. Но также у меня уже есть целый список того, что я буду снимать. Следующее мое видео это будет, какие аниматроники будут в фильме. Я вам расскажу по фото, которое я увидела. Потом у меня будет небольшое изменение в моей теории. Это там, услышите. Потом уже я буду говорить, как я выстраивала свою теорию. Потом уже, почему Спрингтрап обещают отправить в ад. Разговор Генри с Элизабет. И что мы знаем о Фангае. Это будут мои следующие видео. Так что можете ждать. Они будут именно в этом порядке, который я сейчас вам сказала. Так что... давайте не будем просто, так сказать, спешить с выводами, кто там все-таки сидит в этом Спрингтрапе. Ну, как я, так я придерживаюсь все-таки Майкла, так как я уже привела доказательства, что и как, и почему, и как, по-моему, эти доказательства хватит на 100%. И что ж, давайте не будем ссориться по поводу того, кто там все-таки сидит. Это бессмысленно, так как сказала принцесса, что это теория, всего лишь теория. И давайте дождемся фильма, может быть, он будет основан на сюжете игры, и мы наконец-то узнаем настоящий правильный сюжет, и наконец-то, так сказать, все раскроется, и мы будем спокойны, я буду спокойной душой рассказывать вам все, что узнала. И, в общем, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на мой второй канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока!